Дорогие друзья, во-первых, разрешите поздравить вас с тем, что вы пополнили ряды нашего славного студенчества, стали студентами одного из лучших вузов не только России, но, на мой взгляд, и мира, студентами Российского университета дружбы народов. Какое бы вы прекрасное образование ни получили в этом вузе, я вам хочу напомнить, что главное все-таки здоровье. Вы нужны себе, вы нужны своим родителям, вы нужны своей стране именно здоровыми, высококвалифицированными специалистами. Поэтому на протяжении всего периода обучения в РУТН, будьте любезны, приходите в родную 25-ю поликлинику, и мы вам поможем справиться с теми проблемами, которые, возможно, у вас есть, возможно, у вас возникнут. Каждый год студенты Российского университета дружбы народов проходят профилактические медицинские осмотры. Мы рады вас видеть в наших стенах. Будьте любезны. Обращайтесь в регистратуру поликлиники. По предъявлению студенческого билета вам будет выдана амбулаторная карта. Не забудьте захватить с собой полис обязательного медицинского страхования. Для тех, у которых его нет, вы можете в регистратуре получить информацию, где его можно получить абсолютно бесплатно. И по всем проблемам, по всем вопросам, которые у вас возникают, не стесняйтесь обращаться и к дежурному администратору поликлиники, и к руководству 25-й поликлиники. Удачи вам!